Машину. Не верьте никакой информации о том, что животные брошены, что животные никому не нужны. Мы стараемся, работаем над этим каждый день. Ни одно животное не будет брошено призволяще. Это не имеет значения, это поросенок, или это тигр, или это медведь. Завтра эвакуация медведей и еще двух тигров. И на этом у нас уже заканчивается этап эвакуации больших кошек и медведей. Дальше приступаем. И начинается эвакуация крупных копытных, верблюдов, сибирский козерог, мархур, ну и все то, что осталось в единичных парах и в единичном состоянии. Те, кого можно будет вывезти, всех вывезем. Те, кто не погибли, ни одного животного не оставим. Да, мы будем работать до конца. Команда настроена бодро и идем до конца. Все животные будут спасены. Хороший. Ты сюда иди, маленький. Давай. Все, вышел. Пускай одну клетку. Львы с тиграми практически полностью загружены. Вот осталось загрузить две клетки. Завтра отправляем 5 бурых медведей. Киська, Мурыська, потерпи. Киська, потерпи. 5 больших львов с экопарка. Мы сегодня вывезли 2 маленьких котов. Это еще одного ягуара и львенка. Мы сегодня вывезли птицы, мы сегодня вывезли чернобурки, песцы. Сегодня успешный день. Сегодня вся команда сработала супер. В конец, конечно, уже начали серьезные обстрелы, и мы обязаны были покинуть территорию. Стоп. Дальше за ноги. Одно остается. Ноги берем. Голову крап. Я вылажу, подожди. Сейчас я возьму. Пацаны, вытягивайте одно. Есть голова? Есть голова. Сегодня и мы идем в наступ. Мы знайшли трофейний, забутий росіянами, гранатомет передамо на потреби ЗСУ і почали вивозити жаків. Це гепардик. Один, а тут ще один. Продовжуємо прильоти біля кліток зі львами. Вчора ми тут грузили гепардів. Була гарна дорожка. Ціла загорода сіця. На счастье, бачу, що леви в клітці. Нашій команді, благодаря ребятам, які сьогодні без переувеличення під пулями работали в парке, на протяжении 7 часов было вывезено более 80 животных. С риском для жизни, ребята, преклоняюсь перед вами. Огромное спасибо, спасли большое количество животных. Хочу выразить огромную благодарность Игорю Терехову. Он взял на себя основной удар. Харьковский зоопарк взял на себя основной удар. Мы перевезли туда уже 23 животных, всех человекообразных обезьян, белых львов, белых тигров, ягуаров. Сегодня еще и их ожидает добавка. Огромное спасибо дополнительное Виталию Кличко, Михаилу Лысенко, господину Филатову, людям из Одессы, Западной Украины, Львова, всем тем неравнодушным людям, которые откликнулись в нашу беду. Мы полностью поменяли концепцию, мы сегодня уверены в нашей победе, мы сегодня точно вывезем все 100% животных. И мы хотим на нашем примере показать. Сегодня нет различия между Харьковским зоопарком, Харьковским экопарком, это наше животное, это наш город. Мы все
все делаем совместно. И будем развиваться, и восстановим город совместно. Еще отдельно хочу сказать. Сегодня мы обнаружили потомство белых тигров – мертвое. Потомство пантеры – мертвое. Потомство ягуаров – мертвое. Огромное количество животных, которое делало наш экопарк с весной бэби-бумом, сегодня оказались уже не в состоянии. Фельдман экопарк с первого дня войны был обстрелян, и было нарушение целостности вольеров, этих львов не могли выпустить вольеры, и по ним видно, что они вот были в тесном помещении, у них пролежни, у них потертости, они довольно сильно застрессованы в результате вот такой тесноты и того, что постоянные взрывы. Прозвучало первое обращение о том, чтобы надо забрать животных. Проблема была в том, что зоопарк находился постоянно под обстрелом. И это действительно поистине героический поступок наших сотрудников, которые не побоялись выходить в район активных боевых действий и вывести буквально под обстрелами, вывести животных, помочь им. Потому что мы сегодня в Украине не теряем, в отличие от агрессора, от оккупанта, человеческого обличия. Мы заботимся о людях, мы заботимся о детях, мы спасаем всех, мы сегодня это все делаем. И в том числе о братьях наших меньших. Это необходимо делать. В отличие от оккупантов, которые потеряли человеческий облик, убивают детей, людей, животных, рушат зоопарки, детские сады и школы.